У барина была собака шаловлива. Вот нужды не было собаке той ни в чем. Иная бы таким житьем была довольна и счастлива, и не подумала бы красть. Но уж у ней была такая страсть, что из мясного не достанет, в минуту стянет. Хозяин сладить с ней не мог, как он ни бился, пока его приятель не вступился и в том ему советом не помог. «Послушай, — говорит, — хоть кажется ты строг, но ты лишь красть собаку приучаешь за тем, что краденый кусок всегда ей оставляешь. А ты вперед ее хоть меньше бей, да кражу отнимай у ней». Едва лишь на себе собака испытала совет разумный сей, шалить собака перестала.